Привет, мои хорошие. Сегодня красотка. Пёрлы одела. Нарядилась. У нас сегодня у церкви День Благодарения. Вот еще у меня такая желтая ветровка. Мое платьюшко. Вроде бы даже похудала я в нем. Ну, так кажется. Так быстро накрасилась. Укладочку легкую. И выходим скоро. Если что, поснимаю немножечко там с церкви. Ты помогаешь. Делаешь все на двоих. Когда бывает порой, я ношу и в силах нести. Ты где-то рядом со мной. Мне силы даешь пути. Ты даришь на брать на земле. Лишь нужно понять, ощутить. Спасибо, Господь, тебе, что можешь нас прежде раскрыть. Скажи, любим, мы здесь. Аминь. Вернулась. Я там всего лишь чуть-чуть сняла. Кристина рассказывала стих. Это ее бабушка написала. Это моя бывшая свекроха. Написала стих, и она прочитала. Вот. Ничего я не снимала, потому что была занята. Вот. У нас был прекрасный обед для гостей и членов нашей церкви. Так что было очень здорово. Тоже не снимала, куча людей. Мы там продукты подавали туда-сюда, салаты делали, так что было некогда снимать. Занята была я. Сегодня праздник автомобилиста. Хоть я еще не автомобилист, но буду си. И второе. Сегодня праздник тёщи. Да, стараюсь быть хорошей тёщей. Вроде бы мой зять на меня не жалуется. Ну, и я не жалуюсь на своего зятя. У нас все хорошо. Слава Богу. Богдан только что отвлек. Я с вами разговариваю, он открывает двери, орехов себе насыпал. Джеймс отдыхает. Сейчас придет к нам хозяин этого дома, который нам сдал этот дом, что с электриком придут, там кое-что посмотрят у нас. Что у нас не работает вентилятор. У нас над кроватью вентилятор со светильником. И свет горит, а вентилятор не работает. Так что придут, может, починят, может, нет, не знаю. Ну и так посмотрят, как мы, видимо, обжились. Ну, это его дело прийти, но он предупреждает. Не то, что он придет, откроет дверь и «Здрасте, я тут пришел». Обязательно сообщит то, что он приходит, время, мы ему откроем, и он там вот посмотрит, что и как. Вот, так что да, мы снимаем жилье, красивое, но уже у хозяина, у одного снимаем, так что он придет, посмотрит наше жилье. Хороший вроде бы хозяин, но... Я не видела, Джеймс видел, а сегодня, наверное, познакомлюсь. Так что я, наверное, не буду ее раздеваться, буду такой красивой. Шучу. Я что-то сейчас по-домашнему оденусь. Видите, такая у меня красивая ветровка. Ей уже 100 лет. В черное платье. Быстро. Да, у нас уже похолодало. Это блестит. У меня комбинированная, где сухая, а где вот жирная. Вот, так что, такая вот у меня ветровка, 100 лет, ну, люблю ее. Ну, ладно, закрываюсь, пошла что-то другое делать. Hi. Отвела Богдана в школу, он в новой школе, классная. Ух ты, они когда заходят, у них там музыка играет, прям дискотека. Большая тоже школа, но она одноэтажная. Ну, классная. Богдану нравится. Тоже большая. Занята.
Ну, нам везет, что не надо далеко идти через дорогу. Так я встала, глаза открыла, и давай быстро его собирать. А Джеймс идет сегодня к дантисту. У Джеймса мост лопнул пополам. Так что он даже срочно идет. И у нас еще как бы родительское собрание в среду. У него, одним словом, зубов нет. Такой он комплексуется, говорит, только по телефону буду с учительницей разговаривать. Так не пойду. Ой, ну что сделаешь? Так что он у нас сегодня шурует за зубками. Ну, это только ему обратно. То ли новые будут делать, вряд ли они эти старые починят. Ой, это тоже долгое дело. Но у него это все бесплатно. Ну, а бесплатно это будет делаться, не знаю, сколько тоже. Надеюсь, на сроки быстрые. Так что шурую теперь домой. Здесь тишина. Люди еще спят. Сколько время у нас? 8:30. Ой, 7:30. Так что давайте, мои хорошие. Продолжаю влог. Пришла, провела Богдана. Джеймс ушел к доктору. Кристина в колледж. Взять на работу. Та-да! Я сама дома, ура! Ну, куча дел, как у Золушки, естественно. Сейчас я буду стирать постельное. Уже пора. Сколько мы живем теперь в нашей... Ну, больше 2 недель, 3 недели в новом... В нашем доме все нам нравится, слава богу. Может, есть какие-то что-то там такое небольшое, но все хорошо. Нам вчера вентилятор этот в спальне нашей починили. Хозяин пришел, там кое-что доделал на балконе. Мы бы сами делали, но решили не делать. Потому что как-то, если мы уж сломаем, то мы сделаем. Дима, кто ко мне присел? Это мой Тиска. Это Кристина на кот присел, да? Тихолесенький. Да, все. У нас должно потеплеть на этой неделе, надеюсь. Пью чай. Лав-лав-лав. Очень вкусный чаек. Это мне подружка подарила. У меня в основном, ну, больше, чем вся половина чайков, это моя подружка подарила. Так что спасибо, родная. Вот, завтракаю с тортиком вкусненьким. Вот у нас был прекрасный праздник в нашей русской церкви. День благодарения. Вот, и такие тортики, ну... Я первая скушала, а уже как бы тортик уже не осилила. Один только там съела, и я принесла домой. С тарелочкой пришла домой. Вот. Так что такие вкуснейшие тортики просто. Наши. Вот. И Наполеон, и медовичок. И кофейный вкусный торт. И сквит. С кремом и малинкой. Ой, ням-ням-ням-ням-ням. Да, я сейчас Наполеончик доедаю. Ну, стараюсь меньше жрать, естественно. Но не получается. Ничего, у меня есть цель. Теперь вот так вот, как я хожу в магазин, буду чаще ходить в магазин пешком. И... Может, в размерах-то уменьшусь. А вот, так что все было хорошо вчера. Да, день тёщи. Это я как придурок тут бегаю. Сегодня день тёщи, сегодня день тёщи. Ага, кому-то нужно называется. Мне. Джеймс говорит, ты что, хочешь каждый месяц праздник? Я говорю, хочу, хоть каждую неделю праздник.
Что, да, у меня сегодня... Ой, расслабуха. Ну, сейчас буду делать свои дела. И просто вот решила немножко с вами поболтать. Да, сейчас не знаю даже, о чем снимать. Все вот так вот. Будут мне Богдана надо забирать. Кстати, наши коты, знаючи, что никого нету дома, ну, вот только я, что они тут вытворяют? Просто... Не могу сказать, прям друг за другом. А ну, бегают с первого на третий. И вот так вот по всему дому, как ненормально. Сейчас покажу, как они это там. Ну что? Ну что? Расскажи. Ты глупости делаешь, да? Вы вот там вот ободрали уже шторку? Гординку или как ее там, занавеску? Тишка, сейчас по попе дам. Кто там вот эту шторку уже подергал? Ты? Конечно же ты, я знаю. А может и ты? Угу. Кто сделал гадости? Ух, дом. Вот он, чучело. Конечно же он. Я сейчас покажу. А, вот тут эти красивые такие вот жалюзи. И вот, вот такое гадости они поделали. Мы закинули с Кристиной вот так вот закинули. О, да. Дом сейчас. Мы закинули наверх. Это ж не наше. Ты хочешь позировать, да? Ты хочешь позировать? И тут гадости поделали. Вот теперь надо ремонтировать мне. Это ты делаешь? Хочешь дом? Короче, меня не боится ни одна живая душа. Ух, убью сейчас тебя! Ты посмотри, какой вреден. Так он еще залазит на самый-самый верх окна. О, вот, просто, это не кот, это бабочка какая-то, взлетает. Картины поснимали, видите ли, мы не так. Поснимал, сказал, на ту сторону, переставил. Уже, видите, перестановка мебели произошла. Компьютер сюда поставил. Ему, видите ли, светло слишком здесь. Да, здесь солнце сильное во второй половине дня. Лампа, естественно, побитая, если кто помнит. Он при каком-то перестановке мебели лампу-то побил. Там мы какой-то флакон ставили, но теперь... И он сказал, не годится. Ну, так вообще годится, вот так лампа стоит. Пу, вот это годится. О. Так, туда вот вниз идет Кристина комната. Но не буду показывать ее комнату. Буду продолжать лопать свой вкусненький тортик, обалденный. Они все вкусные. Вот это у нас мастерицы. Девочки с церкви все умеют так вкусно готовить. Хочу сказать огромное спасибо всем нашим друзьям. Вот, кто помог с переездом из церкви. Нашему пастору, который тоже помогал нам. Всем огромное спасибо. Вот, все просто отозвались, все помогли. Потому что было очень... Непросто переезжать. Одним словом, низкий всем поклон. Вот. Тоже все время все думаю, вот расскажу, кто помогал. Очень много друзей отозвались, помогли. Без вас, мои хорошие, мои любимые, мы бы просто не переехали. Сами мы просто бы не осилили. Хотя мы переезжали, ну, 3 дня мы точно переезжали, а 4-й мы уже там убирались. Ого, грохот кони просто, а не коты. Вот, так что, да, все. Теперь вот можно расслабиться, наслаждаться этим жильем, радоваться, что вот оно у нас есть. Вот, так что, все хорошо.
С днем тёщи называется, и с днем автомобилиста. Ну, так вот, подвести итоги. И, естественно, спасибо всем, кто нам помог переехать. Так что, все, мои хорошие, пока-пока, до новых встреч и увидимся в следующем видео. Пока!